она, вот она. Побежала, побежала, побежала птица. На стол поглядывает. Пешка. Озорная птица. Кишон. Шоколадка лежит. Эй-эй-эй. Нельзя. Друзья, попугаям ни в коем случае нельзя давать шоколад. Соленая, копченая. Хотя им это все очень нравится. Они всеядные. Ну что ты там уже нашел? Какую-нибудь соль? Нет. Кеша. Вот. Думает, куда бы полететь, чем бы заняться. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, иди, иди. Кишка. У него цель — это стол. Там еще тарелка стоит с едой. Ох, тяжело. Поверху клетки. Он не привык вообще-то по ней бегать. Я просто унесла клетку в другую комнату. Обычно она высоко стоит. Иди ко мне. Ну, иди сюда. Ты как на горке катаешься по ней. Он любит обычно после того, как клетку помоешь, она вся в капельках воды, бегать по ней и собирать воду. Да, запах от шоколадки, конечно, сильный очень. Нет, 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 нет. Ну, бумажку тоже мы любим погрызть. Это, кстати, единственное, что грызет Кеша. Он очень в этом плане положительный попугайчик в плане погрызения. Он никогда не грыз цветы, обои. То есть это, конечно, замечательно. Но такую бумагу тоже ему нежелательно давать, крашеную. Иногда он просто обычную бумагу грызет. Ну а так, в общем-то, он непакостный попугайчик. Лишь бы что-нибудь съесть, да, Кеша? Покатился. Скажи, шоколадку не дают, ну хотя бы бумажку погрызть. Он ее практически всегда выплевывает. Попробую дать ему. Здесь у меня есть. На, Кеша. На. На, попробуй. Так, это ягода боярышника. В общем-то, никогда ему не давали, но он даже чуть на нее не реагирует. Ну и хорошо. Потому что все-таки у боярышника несколько вязкая структура, и чтобы зобик не забился, совсем нежелательно. Ух ты, подбираешься, а там ведь угол шоколадки. Все. Нет, скажи, невкусно это. Пахнет шоколадом, но не оно. Ой, что делается? Так ты доберешься до угла. Ты уже, по-моему, там